Всем привет! Смотрите, какое у меня чудо! Это шар с молниями. Мне его подарил на день рождения мой дядя Толя. Он очень чудесный, и на нем можно предсказывать будущее. Сейчас я предскажу, что будет с коронавирусом. Похоже, он исчезнет, уничтожится, и мы будем снова радоваться жизни, ездить на море и в лес за грибами. Пока.